Всем привет, мои хорошие! Ну что я вам скажу, я так увлеклась распаковкой орхидей от своих орхознакомых, что увлеклась совсем и забыла, абсолютно забыла, что открыла две посылки от магазинов. И забыла снять, конечно же. Поэтому вдогонку снимаю уже открытый результат. Итак, не смогла я удержаться. И вот такую штучку себе прикупила. Вот такой полный мешочек-горшочек. Пока придумываю, как посадить. Потому что без субстрата вряд ли у меня что-либо нормально выживет. А летом, когда я, бывает, покидаю надолго свои орхидеи, и они сами по себе. Поэтому я придумаю, как посадить. Пока у меня есть несколько мыслей. Но вот такая чудесная штучка, редкая, это Pulcherrima dwarf. Мне она была очень интересна именно своей куртиной и вот этими листочками. Посмотрите, какие они классные. Хотя я уже много говорила о том, что в последнее время почему-то именно вот в первой коллекции у меня классно росли пульчеримы. Обалденно цвели, я их обожала, а в этой коллекции пульчеримы мне мозги крутят. Возможно, для них жарковато, не знаю. Попробую поменять им условия. Но, в общем, не удержалась, да. Стараюсь их пока больше не покупать и вытягивать своих страдальцев. Но здесь не смогла я сдержаться, очень мне понравилось. Качество, ну, видите, хорошее, сами видите. Хорошая малышка. Конечно, немножко такие подвявшие листочки за счет того, что все-таки посадка вот такая открытая, а сейчас достаточно холодно, и она очень хорошо просохла перед тем, как ехать ко мне, чтобы не было приключений. Но это мелочи жизни, это заметно, когда сильно присматриваешься, она отопьется, все будет супер. Как всегда, в описании будут ссылки на поставщиков. Так, к комментарию про показ цветений. Вот такое обещается цветение. Ну, заодно уже и магазин показала. Но все равно в описании будут ссылки. Так, вот такое чудо будет посажено. И очень мне захотелось больших цветов. Больших таких гибридных, совсем таких нагибриденных фаленопсисов. Потому что все-таки, да, я поняла, что я сильно скучаю таки за вот тем временем. Посмотрела я свои старые фоточки, где у меня много всего каскадно цвело. И я решила, что, ну ладно, уже найду я для парочки места. И вот такая штучка. Микки Игл. Такой, так, отходим. Слоник вот такой пришел. Слоник хороший. Так. Корешищ много. Это я за несколько дней потихоньку опрыскивала. И уже вот сегодня позволила себе налить водички в горшочек. Мох ее всю вобрал. Вот такие корни замечательные. И сегодня ждет это чудо уже пересадка. Так. Чудо отставляется. Вот такие у меня новиночки. Тоже вторым довольна. Не первый раз беру у этого магазина. Качеством довольна. У этого же магазина, у которого Микки, я брала вот это чудо. Вот это чудо. В общем, всю полочку. Да, я покупала у них. Вон у меня, кстати, цвести собирается. Вот такая штучка, это тетраспис С2 или специоза, нет, тетраспис С2. Вот такая вот тоже штучка цвести собирается. Мне нравится, понравилось качество, и они привозят от Микки. И, в принципе, так как я не могу у своего любимого магазина заказать от Микки, то Микки я беру у соседа. Вот так вот. Опять-таки, ссылочки в описании. Все укажу, все сможете посмотреть, если вам интересно. Вот такие вот у меня дела. На этом все. Так как коротенький будет обзорчик. Распаковочка, конечно, была бы подлиннее со всеми моими визгами, но, увы,
Я увлеклась и забыла. На этом все. Всем большое-пребольшое спасибо за просмотр. Всем солнечных дней, пышных цветений. Пока-пока.